Санки? Не-не-не-не-не-не. Это ледянка специально для горки. Поехали на горку. Здесь по лесенке нельзя на такой ледянке скатываться. Ну вот, друзья, мы подъезжаем к нашей елочке. Ой, Дима, что это у тебя с руками? Откуда у тебя такие большие пальцы? А? Может быть, ты дома забыл варежки? Ну что, пойдемте смотреть, какая красота. Ледяной городок. Ой, кто это? Дим, кто это из льда сделан? Кто? А, это колобок же, Дим. Это же колобок. Да, колобок. На носу, это лиса с колобком. А пойдем, он хочет личико в хрюшку сделать. Понял? Привет. Ты хрюшка? Нет, надо вот сюда, в голову. Здравствуйте. Здрасте. Товарищ Хрюша. Пойдемте к елочке. Кате покажем, пока она не уснула. Ну, Дима все увидел горку. Где же Дима-то? Тебе нравится ледяной городок, да? Вот Дима забирается на ледяную горку. Так, стоять, ледяночка, стоять. Держись. Вот. Поехали. Далеко уехал Димчик. Ну давай, поехали. Нам пришла в гости Полина. Привет. Играться. Привет. Катя, да, вот мы тут все в сборе. Это у вас такой, что ли, дом? Да. Вот это вы выдумщики. А как вы туда залазите? Вы мне покажете? Да, я покажу. Ну, давайте. Где они, Кать? Где? Куда делись? Представляете, они все-таки туда поместились. Я думала, для них это будет маленький дом. Вон и Дима вылез. Привет. Ну вот Поля уже мебель заносит, обустраивает домик.